Видео подготовлено специально для сайта onlinegdz.net. Здравствуйте! Сейчас мы выполним упражнение под номером 68. Прочитаем его задание. Напишите о каком-нибудь памятном событии так, чтобы была понятна основная мысль вашего текста. Озаглавьте сочинение. Возможное начало. Никогда не забуду. Я надолго, может быть, на всю жизнь. Запомню. Помню. Итак, попробуем написать о каком-нибудь памятном событии. Называется «Установление дисциплины». Никогда не забуду, как я пришел 1 сентября в 6 класс. Мы все отвыкли за лето друг от друга и от учебы, поэтому занятия давали сложно, ведь многие разговаривали на уроках. Наш классный руководитель нашел выход из этой ситуации. Он организовал субботнее мероприятие, на котором каждый из нас должен был рассказать о своих летних каникулах, показывая фотографии и сувениры. Всем очень понравилось это занятие, а на уроках стало заметно тише. Вот такое памятное событие мы с вами рассказали. На этом все. Больше видео вы можете посмотреть на нашем канале. А если у вас есть вопросы, задавайте их в социальных сетях. Ссылки под видео в описании. Спасибо за внимание.